Короче, весь день я сначала работал, там мел дворы, затем сейчас с начальником ездим по дворам, тяжелый мусор в гигантскую такую машину, которая спрессовывает его и забирает. Сгребаем, кидаем там диваны, ну, тяжелые вещи всякие разные. Деревья. Я после работы в Альберс чувствую себя дезориентированным, опустошенным. Начальник сказал: «Черт, я тебя рад видеть, но ты молчишь все время». Я ему сказал, что ты начальник, поэтому мне как-то... Ну и в итоге я начал говорить, и говорю: «Ну давай я буду говорить о чем, обо всем подряд, о чем угодно». Ну и как: «Давай говорить обо всем подряд». Ну и нормально, в принципе, получается так. Но он просто слушает, молчит. Там у меня получается лучше общаться с каким-нибудь таким обычным челом, который позитивно настроен ко мне. Дружелюбно так изначально. Вот тогда у меня получается, раскрывается общение. Но еще раз повторим неотложную истину, что у меня синдром Аспергера, то есть высокофункциональный аутизм. В танке я играю, там, короче, на АТ-2, это британская штурмовая такая самоходка, которая очень бронированная. Она создавалась для штурма укрепленных позиций. Она очень медленно едет. Ее особенность в том, что она крайне медленно едет. Но, по крайней мере, в отличие от других танков, там бывает такое, что, ну, на 5 уровня ее просто не пробивают. Стреляют по ней и не пробивают. Там, конечно, в каток стреляют, бывает, те, кто знают, стреляют в каток, и она останавливается, ее объезжают и стреляют по уязвимым местам сбоку или в корма. Это, да, проблема, но ее можно решить. Ну, хотя там ее не решить, потому что она очень неповоротливая. А если игрок не очень опытный, то удается, там просто едешь и сносишь все на своем пути. Ну, медленно едешь так, если с неопытными игроками сталкиваешься. Ну, на 5 уровне там еще более-менее так, не очень опытные. Я ей поставил улучшенную закалку, досылатель и турбину, чтобы быстрее ехала, хотя она едет и так медленно там до невозможности. Короче, вообще весь день ездим. Вон там пилят дерево. Пенек пилят. Мы поспорили с начальником, короче, на банку энергетика о том, что будет мобилизация 500 тысяч человек или нет. Ну, я за то, что будет, он за то, что не будет. В конце этого года, либо в начале следующего года, 500 000 человек мобилизуют. Ну, мое личное мнение. Вот последнюю сигарету выкурил, там поделился с этим, с работником. Сейчас буду пытаться не курить. Но я только через месяц где-то сообщу, если будет результат. То есть если я буду не курить месяц, я только тогда сообщу. Потому что смысла нету. Я
буду говорить постоянно, вот я бросил курить, а потом опять начинаю курить сигареты.